Анонс пятой и шестой серии пятого сезона сериала «Великолепная пятерка». В пятой серии от рук киллера гибнут Любовь и Георгий Кузнецовы, друзья Антона и Людмилы Ветровых. Ветров когда-то служил вместе с Георгием, потом подружились и их жены. В последнее время Кузнецов работал в службе безопасности компании по грузоперевозкам. Ветров забирает к себе 10-летнего сына Кузнецовых, сказав, что его родители уехали в срочную секретную командировку. В шестой серии практически на глазах любовницы Шапошникова Алина убивает ее подругу Нину Семенову, модного фотографа. Алина, услышав из-за двери фотостудии выстрел, застает Нину, умирающей на полу, с пистолетом в руке. Девушка в панике выхватывает пистолет из рук подруги. И в таком виде Алину застают над остывающим трупом две фотомодели. Посмотреть очередные серии вы сможете 16 ноября на пятом канале. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.